За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировали два ДТП, в которых один человек погиб, один получил травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход. Вечером на улице Мира в Нижневартовске 21-летний водитель Мазды наехал на пешехода. По предварительным данным, он перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, 61-летний мужчина, от полученных травм скончался. Госавтоинспекторы задержали 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 за отказ от медицинского освидетельствования, 1 за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 32 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 38 за нарушение требований к перевозке детей.